Так, мы вот сейчас смотрим вытяжку. Вытяжка Bosch. Причем такая немножко необычной конфигурации. Необычно, да, как вот навесные над столами бывают, а она идет такая вот скошенная. Чтобы головой не стукать. Да. И взяли для того, чтобы не стукаться головой, когда готовишь у плиты. Ну вот мы взяли такую средней мощности. Рассчитана до 30 квадратных метров площадь. И вот сейчас мы посмотрим, как она работает. Так, мы включили. Значит, первое — это единичка, самая низкая скорость. Так, сейчас вот двоечка. И вот мы сейчас обращаем внимание, вверху есть такой клапан, который начинает подниматься вверх. А потом еще раз включаем, когда поднимется вверх. Максимум. Так, включаем на максимум. Ну, вот как она шумит. Ну, в принципе, нормально. Пока короба не повесит. Да, пока нет короба еще. Посмотрим, вот у нас пока короб не навешен. Ну, посмотрим. Так, вот видите, клапан обратно начинает опускаться вниз и закрывает. Так, давайте сейчас вот посмотрим, как работает обратный клапан. То есть вот мы включаем вытяжку. Так, начинается вниз. Теперь вот увеличиваем. Так, ну значит, вот обратной тяги быть не должно в квартиру. То есть у нас закрывается доступ. Окончательно через несколько минут покажем. Вот установлена уже вытяжная гофра. Мы уже проверили, как работает вытяжка с ней. Тише. Да, она работает значительно тише. Сейчас повесим декоративный короб и полностью продемонстрируем, каким образом она функционирует уже в готовом состоянии. Так, вот мы уже ее смонтировали полностью. Вот так вот она выглядит. То есть очень удачно, что у нас она подошла под короб прямо. Все вообще ровненько. Так, и вот сейчас мы ее включим и сравним по шуму. Показываем, как она выглядит внутри. Да, то есть это жировые фильтры. То есть она у нас двойными фильтрами. Включаем. Так, ну вот включаем. Сразу двойка. Режим 2 загорается. Да, режим двойка. Можно сделать меньше. Единицы, например. Ну вот так вот совсем чуть-чуть шумит. Прибавляем. Ну, вот самый большой. Разговор слышен. Да. Мы друг друга слышим. Разговору не мешает. То есть уровень шума на максимум, ну, достаточно небольшой. Да, достаточно. И подсветка. Подсветочка. Так это выглядит.